Суд Петербурга арестовал 34-летнего жителя Татарстана, который признался в двойном убийстве, совершенном почти 15 лет назад, передает Благовость Инфо. Мужчина пришел с явкой с повинной, сообщил, что в феврале 2003 года в квартире одного из домов по улице Амирмана в Кронштадте в результате ссоры он зарезал супружескую пару. Мужчина пояснил, что уже после совершения преступления он стал православным человеком, поэтому добровольно обратился в правоохранительные органы. В ближайшее время ему будет предъявлено Обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.